Всем привет! Сейчас нахожусь я на объекте. Попалась нам такая работенка подставить забор и обшить металлический забор и обшить профлистом. Для этой цели нам нужен был бур, чтобы устанавливать, ну то есть сверлить отверстия в земле или лунки, ямки, как их назвать, для столбов. В этом видосике решил не многие моменты не вырезать, оставить так, как есть. Как мы делали бур, делали бур ручной и делали механический. Просто прелесть. Бака, тут дырки мне рады. Просто сказка. Леша! Так, мы на YouTube снимаем. Так, а проверять ты что? Леша, я тоже так хочу. Дырочку хочешь? Такую штуку, дырочку. Дырочку я дырочки нет. Только делаю. Можно только залепить, хиба, что-то мне где делать. Вот есть заводской. Взяли мы у соседа. Но, честно сказать, он мне не особо нравится. То есть, он врезается в землю одной стороной, вот этой. То есть, слишком долго им бурить. И решил сделать свой. Нашел кусок металла вот ржавого. Четыре миллиметра толщиной. Отчертил полностью круг. Ну и болгаркой вырезал. Вырезал и пополам распилил. В общем, сделал вот такие вот две детали. Одна и вторая. Вот был вот так вот круг. Так. Нашел вот такой вот карандаш. Скажем так. Тяжеленький. Решили мы сделать из цельной такой арматуры. Гладкой. Чтобы он был тяжелый. Чтобы, скажем так, под своим весом прям вгрызался. Чтобы легче было им бурить. Ну, заострил вот так вот, как кол. Ну и сейчас, кстати, здесь заточили одну сторону, вот, чтобы вгрызалась эта сторона в землю лучше. Ну и приварим вот так вот, немножко под наклоном. Одна и вторая будет. И потом испробуем, лучше будет бурить или нет. И еще одно. Сделали диаметр немножко побольше. В диаметре сделали 20 сантиметров, чтобы побольше бетоном заливать. Столбики там будет 100 на 100 для ворот и 60 на 40 для стоек. Для самого забора. Прихватили с этой стороны пока. Сделали уклончик сантиметра 2. То есть поставили по угольнику и дали меточку. Ну, на 2 сантиметра опустили. Потом посмотрим. Между ними должно быть 4. Ну, фактически. Ну, в принципе, да. Да, да. Так, сделали метр высотой, от него отрезали кусочек, и он будет служить нам ручкой. Сейчас ручку приварим, ну и в принципе попробуем. Если все нормально, тогда снизу обварю. Первое испытание, давай. Я боюсь, что здесь возможны камни. Камни, камни, да. Ну, вгрызается неплохо. Вгрызается он очень хорошо. А ну поднимай. Опа. Красота. Эффективнее, чем тот. Ну потому что она двумя сторонами уже вгрызается, правильно? И тяжелее. И тяжелее. Да. Да смотри, я ж там супер сварной, блин, сейчас подлетает, мы хрен найдем вот эти. Ничего ты.
Я так думаю, может быть что-то... Что-то мы не то сделали? Да, либо немножко больше сделать угол. Больше. Угол. Да? Да. Давай так и сделаем. Давай, попробуем. Немножко больше угол сделали. Ну, давай попробуем. Идея он наш лайфхак. Да что-то оно ничего не сверлит. А ну, давай здесь засыпем, давай пойдем в другое место. Так, жена, говори, где? Мы шли до второй. Давай, вот тут, давай. Не, зачем? Ну, вот тут просверли. А, тут давай, вот тут. Вот тут? Да. А что, плохо, да? Тут жена посадит помидор на глубине метр. Корневая система будет мощная. Только же он захэкался. Помидорное дерево. А что не сверлит? Ну смотри, как идет. Нифига себе, не сверлит, говорит. Да оно должно уже, блин, до центра земли. О, нифига себе, что, диви, нормаль. Так я думала, его вытягивать надо. Что, не надо вытягивать? Надо. Вообще-то надо. Ну а что ты не вытягиваешь? Только крот. Попробуем так. Не, ну что, нормально, уже метр. Чтобы не оплодотворить, надо вытягивать, скажи, жена. Чтобы ничего не оплодотворить. Да, надо вытягивать. Да. Короче, это Виталь. Ты в курсе, что я это все в YouTube выложу? Как делать, Виталь? Я тебе говорю, вот надавливаешь, оно идет. Короче, смысла нету, что мы тяжелое делали, да? Ну а легким вообще, блин. Не, ну что, нормально, смотри, вот 5 минут, Виталька уже какую яму выдрал. Не, а чтобы проверить, это надо и лопатой, да, шуровать? На скорость, чтобы... Нет, так дело в том, что лопатой ты так красиво, ну, круглое ты не выделишь, ну, не возьмешь. На, снимай, я буду досверливать. Оля! А... Ну, нет, что, вгрызается нормально? Да не, хорошо идет. Ну, единственное, камни попадаются. Я думаю, там, где мы заборчик будем ставить. Угу. Ага, камушек, наверное, попал. Ну, мы дома делаем. Леш, аккуратно надо этот. Леша, и аккуратно, это две несовместимые вещи. Скажи. Да. Да что, хорошо и только идет. Вон, смотри, камень еще, ракушняк. Так смотри, как красиво идет. Нормально все идет. Входит и выходит. Там камень. Где они там взялись? Не, ну так с ГЭСа, блин, возили, когда строили ГЭС. Тут же все, блин, полностью песок откуда. А, под камень шурует. Хорошо, вот молодцы, ребята. Давайте еще где-нибудь подырявим. Тебе дырочку еще где-нибудь сделать? Сейчас я посмотрю, где сделать. Чтоб мне посадить еще. Короче, клумбы должны... Иди сюда! Сюда иди. Сюда иди. Иди сюда. Сюда иди, слышь. Ты можешь тут посерединке дырочку сделать? Я бы сказал, где дырочки. Чуть-чуть дальше. Вот вообще-то там, отверстие да. Вот тут? Да. Вот тут? Ой, у меня там зажарка жарится. Я пришла просто посмотреть. На, Виталюха, бы сгорит там. А, я пошла за синим. А тебе глубокую делать дырочку? Не, ну оно вверх, наверное, немножко плоховато, да, берет, а потом еще тут земля такая. Чернозем. Ой, делайте пара. Еще одну. Потом. Еще одну делать? Да. На продажу? Не, надо механическую как-то сделать, а? В смысле, а это что, электрическая? Нет, это ручная. А механическую? Механическую? Вот смотри, а вот дальше вот идет нормально. Вот, я же тебе говорю, оно идет? Зарывается и все, и оно начинает уже идти. Вот. Вырву, не вырвешь. Во, смотри. О, нормально. Поднимать? Ёкарный! Это говорит, туалет хочет. Туалет хочет? Ты сыроешь, что-то долго. Да он уже до центра земли два раза дошел. Уже корни пошел резать. Не, ну оно вот плохо вникается сверху, а потом нормально идет, да? Да.
какая вам глубина надо? На всю эту ручку. Это вам такую глубину надо делать? Да, на метр. Вот я и подумываю, что лопата — это самый лучший друг и товарищ. Слышишь, а может действительно сначала лопатой, а потом добуривать уже буром? Слышишь? А зачем тебе метр глубины ямы-то? Не говори, ты что, нифиг делать? Ты сказала, дырочку мне здесь сделайте. Дырочка ты моя. Там как дырочка у меня. Ау, шахтеры. Все, засыпать. Хоть хорошо, я буду знать теперь, смотри. Виноградик садить, там все такое. Ну да. Смотри, как хорошо. Песок камень? Нет, это хорошая земля. Песок сначала кидай. Что ж ты? Вот делать нехер. Высверлил, теперь зарывать. Зарывать быстрее, скажи. Так и да. В общем, в принципе, пойдет, да? Да. Скажем так, не хуже заводской. И это уже радует. Так что вот, самоделочка наша. Дешево и сердито. И такая, да, челябинская получилась. Да, 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 да. Суровая. Так, в общем, решили мы сделать для миксера. Как говорится в мультике, да, лучше день потерять, зато за 5 минут потом долететь. Так. Миксер у нас Фиолент. Ага. Поехали, быстренько купили болт подходящий с гаечкой и приварили на полдюймовую трубку, которая будет вкручиваться вот непосредственно в сам миксер. На краю сделали вот такой наконечник, копье, короче, красивое получилось, да? Все, сейчас на охоту ходить. Да, сейчас сам бур будем делать, то есть так же самое, как мы все делали. Опять же берем лист. Вот, тут мы вот накернили, сделали теперь диаметр 160 миллиметров. И на внутренний диаметр, сколько у нас здесь? У нас трубка, короче, 22 миллиметра. Правильно? 22 раза, а не 25? Нет, 22. Тут я сделал 24. Ну, чуть-чуть больше. Да, ну да. Там мы уже подрепетируем уже болгарочкой все. Сейчас начнем резать. Вырежем по кругу, распилим пополам. Ну, в принципе, те же самые манипуляции будут. Только на механический. Да, и потом попробуем, что оно получится. Так, ну что, немножко фантазии. Сделали мы такое же самое чудо. Только диаметр 16. Или 160, 160, 160 миллиметров, да. 16 сантиметров, да. Одеваем на миксер и смотрим, что у нас получилось. Вручную мы уже показывали, да? Это раз в 10 быстрее. В общем, завтра будем улыбаться, скажи. Просто прелесть. Ладно, тут дырками не рад. Просто сказка. Леша! Так, посмотри, мы на YouTube снимаем. Так, а проверять, ты что? Леша, я тут посмотрю. Дырочку хочу. Такую штуку, дырочку. Я дырочки только делаю. Можно только залепить их, ебашу, то мне не делать. А, кстати, две дырочки сделал, честно. Одной 20 лет, второй 4. Леша, только не выкидай то, что ты только что сказал, Стёва. Да? Пусть в YouTube дойдет. Попробуй на мягкой земле. Надо еще. Ну да, на мягкой, опять будем мне дырки робить. Не надо, хватит. Давай еще вот тут, чуть-чуть. Один Леша. Раз. Тонечко, один разочек. Смотри, как внедряется. Оп.
короче, блин, если бы не забор, мы бы такой лайфхак, блин, ни хера не сделали бы, да? А можно же обратную связь включить? А, нет, тут нет, нету. Тут нету. Тут нету, точно. И сколько ты туда вбухал? Да, ну сколько, ну, я не знаю, ну с полметра, наверное. Ну там камни, а, камни пошли, да, и уже, да. Уводит уже миксер. Самбур уводит. Да, ну а так врезается туда в землю просто прелесть. Как мы, спонтанно, ну, да, придумали? Быстренько сами... Ну, по-любому где-то есть, кто-то придумал, это однозначно. Ну, не, ну буры такие есть, это... Ну, не видел, честно. Ну, все, завтра да. Будем лунки шуровать под столбики аж бегом. Все, всем пока. Надо было хотя бы одеться, ё-моё. Все, выключать.